знаете, были зоны, где в том числе и отбывались работы политические и репрессированные. Мы изначально жили в поселке Горноспасателей при Шахте. Ну, там были одноэтажные бараки. Ну, и мы встали на очередь, и когда нас поселили в новый дом, он, получилось, был немножко на отшибе, а фундамент для домов там делали исключительно заключенные. И когда нас вселили в этот дом, строительство продолжалось и поставили зону впереди нашего дома. Потом поставили зону за нашим домом, потом поставили зону сбоку, и получилось, чтобы нам попасть в свой дом, был только один вход, а обзор буквально впереди дома, сзади дома были одни зоны. И вот в то время я насмотрелся на жизнь заключенных. Конечно, это было страшно. Мы помогали, чем могли. Наш балкон был на уровне третьего этажа, и мы часто бросали туда пачки чая, другие предметы, которые они просили. Конечно, охранники пытались этому помешать. Был один случай, я не знаю, как такое могло случиться, как когда одному заключенному удалось сбежать, и он заскочил в наш подъезд и на нашу лестничную площадку и пытался попасть в какую-то квартиру. Три квартиры было закрыто, а наша одна открытая. Мы дверь никогда не закрывали, но он не успел просто в нее забежать. Тут подскочили солдаты и буквально пинками его спускали вниз в первый.